Всем привет, и мы продолжаем прохождение Каллиста. В прошлой серии мы спустились куда-то вниз, нас отправили. Не помню, честно. В канализацию, по-моему. Мы купили дробаш. Угу. Сейчас будут нападать, да? Ага. Еще я полазила по навыкам. Блок. По-моему, это все прокачивать. Не помню. Короче, пойдемте дальше. Что-то наверху есть. Ай ты, блин. Наконец-то меня перевели на переработку отходов. Ну и дыра. Но хоть слухи, что оттуда можно выбраться наружу. Трудопровод от Этерне 6 идет прямо по этой красной трубе, оттуда идут стоки. Мне нужно найти ее начало. Красная труба. Ага. Следует за красной трубой. Вот там наверху лежит... не лежит. Вон что-то лежит. А как забрать? Он как-то прыгает у нас, ёж. Ну вон сундук. Как добраться? Так, нет, не хочет. Два раза на X лезть не хочет. Ящик. Как туда попасть? Алло. О! Я поняла. Да нет, отпусти. Вон. Так, для пистолета. И туда можно еще. Ну вот сюда давай. Ага. А, инвентарь заполнен. Как-то так. Ее можно продать. Пойдемте вернемся и ее продам, чтобы с собой не таскать. Пока я не ушла вперед, а то она мне место занимает. Но. Так, забираем эту штучку. Чё хоть интересно? Ух ты! Такой же? Блин! А он мне для чего? По низкой цене обменять на кредит Каллиста? Ну, слушайте, я еще раз бегаю продам, ну, потому что... Меня просто занимает место по итогу. И все.
Так, ну у нас складывается все идеально. Сильная рукопашная атака. Выше урона. R1. Во, ее надо было прокачивать. Оп. Это, наверное, более сильных, короче, можно. А, потом подкопим. И надо немножко перчатку, что ли, покачать. Ну и биту. Магазин я вкачала, так что насчет патронов пока можно не беспокоиться. Хотя все равно будет места не хватать. Круть. Надо будет проверить сейчас на ком-нибудь. Так, красная труба, да? Ну и куда она прёт? А чё она назад вернулась? Опа! Проход. Не сюда, да? Сейчас что-то будет, да? Сейчас эти все гады за мной полезут, да? Неспроста это все. Что за вода? Стоп, куда ты прыгать-то брал? Пи! Ну ж канализация, я совсем забыла. Есть это орлиное, блин. А! Ни хрена себе! Подожди, 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 подожди. Так, ну это так выглядит. Хорошо, давай. Надо про уклоны. Так. Еще с пистолетом надо. Так, 10. Что так мало дали? Это кто булькает? Просто булькает. Ага. Кто, где, откуда? Сейчас перед лицом, да, выскочит, как обычно. А куда дальше? Я, конечно, что-то покрутила тут. Есть ли смысл, что я крадусь? Тут кто-то есть. Да где? Я что, круг сделала? Что делать-то надо? Может, я что-то пропустила? А, блин! Вот оно. Гад-то. О, какой он весь. Ага. Мокренький. Чистенький. Прям ля-пута. Сейчас этот дребедень встанет, да? Надо его добить. Помогите. Вау! Да куда ты ползешь? Подожди, нет, 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 нет. Остановись.
Какая-то летучая хрень, новый вид врагов. А у меня на дробовик всего 4 патрона. Класс. Может быть, здесь нычки есть? Чё-нибудь. Лут. Где? Не вижу. Ну, где-то рядом. 5. Я говорю, сядь. Ты дурый? Охранники сменяют, мне надо по тропичку. Вот и труба ведет цистерну Б. Ой, 6, ага. Но внутрь не попасть. Нужно туда забраться. Ну окей. Ага. Подождите, а там что? Ой, здорово. Что-то мне не срабатывает с этой точкой на стрельбу. В чем дело? Кстати, я желтая. Ну, лезь. А мне сюда идти или туда? Или это тоже просто нычка? Что-то я не пойму, ну-ка. А, это нычка. Значит, мне идти туда, где кровь. Я поняла. Вот, смотрите. Кредиты. Что-то еще есть. Все? Куда я иду? Или я не туда иду? Че, коррупционера? А. Прошло примерно 3 часа после запуска. Скорость эволюции ошеломляет. А природный камуфляж, биологические выделения, как будто организм приспосабливается к окружающей среде или приспосабливает окружающую среду к себе. Это какой-то организм они нашли, получается, всадили людям, ну, эксперимент ставили. И смотрели, что будет, и в итоге то, что получилось, то и получилось. Я никогда не перестану удивляться. Все, опыты проводят, что-то изучают. Ну-ка. Это что такое? Нет, сюда кто-то лезет. Какая-то гадина сюда лезла, я услышала. Ага, кредиты. Так, ну давайте вылечимся и возьмем аптечку. Забирай. На это место нет. Чё у меня там? Я все. А, блин, опять она. Преобразователь энергии. Вернуться продать, что ли? Место занимает гадина. Угу. Вау. Что за щупальца?
пещера какая-то, прикольно. Что за место? Трупы раскиданы, смотрю. Мне кажется, здесь надо по-тихому. Что-то мне это не особо нравится. Ну и кто тут есть? Вон она, блин, падла. Надо ее кокнуть, с нее выпадет какой-то лут. Пока с пистолетом похожу, патроны у меня есть. Что-то зеленое лежит. Тут что? Стоит ли нажимать? Ага, необходим предохранитель. Хорошо. Нужно найти предохранитель и вставить сюда. Без проблем. Чё, так близко? Да ну нафиг, не верю. Еще предохранитель. Мне вот эти штуки не нравятся. Ви. Лут. Музыка нагнетающая. Что-то будет. Кредиты, кредиты. Инвентарь заполнен. А-а-а. Патроны на что это? Блин. Для дробовика. Гадство. Чё выкинуть? Ладно. Может... А! Ничего себе! Гадина, иди сюда. Толстяк. Чё я открыла? О! Патроны тратим. Потому что для дробовика заберу. Ты не сдох, что ли, ещё? Так, 93 кредитов, хорошо. И чё я, кстати, включила? Чё у меня с этого? Нет места. Не все потратила. Что за страшная хрень все-таки? Ничего, ничего не будет? Дверь открылась. Отключать электричество и дверь не открывать. Типичная конструкция ОЮК. Похоже, здесь витая пара. Нужна дополнительная мощность, то есть два блока предохранителя. Так что это было за хрень? Не знаю, какой-то новый враг. Не очень хороший. Опа. Лут. Я нашла лут. Блин, я патрон оставила. Ну ладно. Нет, не лут. Очень жаль. Ну-ка.
И где я? Да мне места нету. Открыто, открыто. Там трупы опять. А, так, для пистолета. А это никак, да? Жаль. Орёт опять. Пугает, гады. Чтоб не встал. Так, 65. Ну чё, мне брать некуда. Ну, забирай. Чё не так-то? Типа близко, далеко была. А, это здоровье. Это чё? Нет, нельзя, жаль. Угу. Ага. Опять вода. Какая-то гадина полюбас сидит в воде, да? Блин, где он там? Черт. Может, я зря сюда? Это что, мина? А, это ночка. Красная, кстати. Что за красная фигня? А, ты гадина! А-а-а! Выскочила. На. Лут. Места нету, ну блин. И не выкинуть. Как вот тут соседнюю ячейку открыть? Ой. Патроны я не выкину, конечно. Аптечку я не выкину. Ух ты, какая большая. Так, вентиль. Закрыто. Нельзя. Сейчас кто-то вылезет. Плювас. А сейчас я типа смогу, да? А, забавно. Интересно. Все по шахтам лазит.
Ну и где это мы? А? Опачки! Ура! Продать! Гад, там место все занимает. Так, продаем. Теперь можем вкачаться. Угу. Повышенная скорость. Блок. Защита с блоком. 900. А, либо мне надо еще вот эту вот перчатку вкачать. Перчатку. Больше будет заряд держать, правильно понимаю? Слабо. Типа дождь, чтобы держался. Угу. Блин, даже не знаю. Ну, буду пользоваться, она у меня очень быстро заканчивает. Ладно, возьму. Угу. Все, продавать больше нечего пока. Что такое? Стол какой-то. Погоди, ничего не крути. Открыто. Подождите, мне, наверное, вентиль надо открыть все-таки. Ай! Оу! Где? Где? Где еще одна? Где это, падла? По-моему, кто-то куда-то убежал, нет? А я покрутила или нет? Да, крутанул. Здрасте. А, погодите. Это что, место? Назад? И куда мне? Че я подкрутила? А вот какое-то место. Сейчас я сбегаю, лут смотрю, там, по-моему, патроны на дробовик, кстати, у нас оставались, да? Я же продала. Это где я этих давила? Да-да-да. Вот для дробовика берем. Вау! А чё я в прошлый раз кредит не взяла? Это странно. 7 патронов. Хорошо, что я вернулась. Все, пойдемте дальше. Красная труба. Нам по красной же надо было, знаете? Он говорил, красная труба. У меня места нет на аптечку. Ну и ладно.
Не брать некуда. Все равно. Так, лестница. Сохранение. Труба. Я, блин, знал. Так, я хочу... О, блок. Подсечка. Да. Опа, красота. Блок сработал. Забыла, как блоком управлять. Ох, круче. Это потому что я побежала, и он должен был выпорхнуть. Откуда? О-о-о. Это обычный, по-моему. Ой, а вот тот уже необычный. Да я не тебя хотела. Ну, пошел ты вон, а. Этому бошку отправить надо. Ну-ка. Сдох? На. 106. Клево. С них выпадают кредиты хорошие. Блин, свет дурацкий. Опа. Кредиты. А, это боеприпасы. Кредиты. Че у меня там? Один патрон. Место хоть немножечко освободить. Сейчас посмотрим, что здесь. Я тут не была. Сюда. Так, сюда нужен, ну, этот предохранитель, я поняла. Да? Правильно? А там что? И там лестница наверх у нас. Ой, взрывная штука. Че, будет нападать, да? Но мне все равно места нету. Кредиты. Ох ты, твою, блин. Да, блин. Еще хрен прит. А! Собака. Я так и знала, здесь просто она стоит, блин. Жуть какая. А? А, блин, я подлечилась. Ну ладно. А, от нога. Че, ничего не выпало, в смысле? Алло, в смысле? О. Клево. Я опять место забила. Это для продажи. 364. 412, кстати, нужно дробовик зарядить. 12 патронов в магазине. Или нет? Или всего 4, почему не заряжается? Десять из 20. 4 из... А, поняла. Боеприпас. Во. Чё-то не забрала, да? Места не, да?
И пистолета нет места. Не, ну выкидывать я не буду. Так, лестница, да? Лестница, лестница. Кредита пропустила, вот и места нет. Вот к моей красавице, да? Предохранитель для ворот. Пошли, пошли, побежали. А ты, блин! Ай, я испугалась. Забыла. Давай. О. Блин, жизнь потратила. Потратила жизнь. Ну да ладно. Короче, лечимся, и, по-моему, там была аптечка, да? Или не было? Или была? Не помню. Сейчас проверим. Была в сундучке? Черт, это блок аккумулятора. Нахрен мне нужен, а? Зарядила. Ну ладно. Ой, здрасте, блин, опять ты. Ой, сразу бошку снесла. О, ты, блин, да вы чё? А чё, нельзя? Блок, да? Да ты, блин, ляж. Охренел. Я глюк. Алло, алло, успокойся. Мне персонажа заглючило. Я даже клавиши не держала, кнопки. Анимация, короче, капец. Это сейчас мне не понравилось. Ох. Так, одна аптечка, 8 дробовик и на пистолет нормально. Сохранение прошло. Открыто, открыто. Подождите. Заперто, заперто. Чё это? А. Эй, алло, откройся! Блин, и куда же мне идти там? А тут что? Следовать за красной трубой. А красная труба у нас куда уходит? Задание это с красной трубой у нас. Где это, блин, труба-то? Я не вижу.
А там что, может быть, там лут? Так, у нас хранение прошло, да? А может и нет. Главное, там сохранение. Что, кто? Кто, где? Сейчас какая-то дребедень вылезет. По-моему, я просто прошла дальше, куда мне не надо было сейчас. Так, ладно. Назад. Я думала, может, это лут какой-нибудь. Там какой-то предохранитель. Сейчас давайте сюда. И тут мы на этом серию остановим. Давай, 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 давай. Сейчас, наверное, какая-нибудь катена, да? Нет? Ага. Нужно осушить сестра, затем по лестнице подняться до люка. Ты закончил? Да, сэр, последние штрихи. Но сперва, да, надо посмотреть код у панели у этого охранника. Заполучить код у охранника, у нас новое задание. Давайте мы... Охранник. Нападать не будут? Так, у меня взрывчатая хрень стоит, значит, скорее всего, может и будет. Потом. Ну, пока все тихо. Давайте мы на этом остановимся, в следующей серии продолжим. Всем спасибо за просмотр, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.